Сегодня в Сыктывкаре министр внутренних дел Коми Андрей Сицкий поздравил сотрудников госавтоинспекции с наступающим профессиональным праздником, а новоиспеченных полицейских с присягой. Торжественная церемония уже традиционно прошла у Вечного огня. 3 июля стражи дорог отметят уже 86-ю годовщину образования структуры. Основная задача наша – обеспечить безопасность дорожного движения. Это самая прямая задача, которую мы выполняем. Также сотрудники госавтоинспекции следят за детским дорожно-транспортным травматизмом. Участвуем в техническом осмотре транспортных средств, регистрируем транспортные средства, принимаем экзамены на право управления, выдаем водительские удостоверения. Поэтому спектр задач очень широкий. Технологический прогресс помогает в фиксации нарушений. Впрочем, функционал инспекторов меньше не становится. Постоянно требуются и новые кадры. Их готовит Республиканский центр профессиональной подготовки МВД. Мы даем минимум умений, владений и навыков, которые они должны исполнять, придя в свои подразделения. В том числе и исполнение физической подготовки, упражнений как таковых, так и боевых приемов борьбы. Владение оружием, метко стрелять, поражать цель. У нас выпускаются и следователи, и дознаватели, и оперативные работники, и сотрудники ГИБДД, а также ППС. Центр готовит новые кадры не только для республики, но и соседних регионов. Торжественную присягу дали 116 курсантов, 59 из которых начнут свою службу уже в офицерских званиях.